Привет, друзья! С вами Юрий Водолажский, и это Амбар Видеоблог. Вот уже третий выпуск, наконец-то я научился наговорить правильно слово «амбар», и мы приступаем. Вам новости расскажет про украинский хлам, висящий на амбаре наш пацан Юран. Рубричка «Дивули-красотули» на Амбар-блоге. Наблюдаем вообще интересный процесс перезагрузки артиста. Дакука решила хайпануть на фоне общего интереса к шоу «Голос Краины» и выпустила сразу же клип, поехала в тур, пошла жара у девушки. Ну, надеемся, что это действительно привлечет новых поклонников и вызовет большой интерес к творчеству. А теперь спецэффекты в студию. Клип Дакуки, ребятушки. Я посмотрел весь этот набор супермодных клише, которые есть в клипе Дакука, и ну, за этим всем я не вижу реально артиста. То есть это скорее заимствование понемножку отовсюду. Иероглифы, модный цветокор, какие-то там, ну, суперсъемочки, стилечек. Это все мы уже видели миллион раз у крутых западных артистов. Все покажу, расскажу, заберу тебя снова я. Кстати, ребята, 3 недели прошло с момента выхода альбома Вани Дорна, а хитов по-прежнему нету. Ну, где хит? Хардкис выпустили новый клип. Я был просто сметен количеством фирмы на квадратную секунду клипа, потому что клип «Антарктида», ребята, это действительно стоит посмотреть. Вообще смотрится с самого начала просто как кино. Я даже подумал, что это, наверное, какое-то прибытие мы смотрим. Это реально образец качественного клипмейкерства. Когда я первый раз послушал песню, честно говоря, она меня не сильно зацепила. Но с клипом, конечно, ощущения диаметрально противоположны. Рекомендую всем к просмотру клип «Хардкис». Кто не посмотрит, тот вонючка. И если вы напишите в комментариях и поставите лайк, я обещаю, что в следующем выпуске я ничего не скажу про Иваню Дорна. Ребята, внимание, объявляю конкурс! Если это видео наберет 20 лайков, я обещаю следующий блог не проводить. Не дождетесь. На правах грузинской рекламы. Друзья, Софи Вилли выпустила новый альбом и сразу же новый клип. Новость, конечно, не новая, но это артист, мимо которого пройти просто невозможно. И эту артистку хорошо знают в киевской тусовке. На записи у нее принимали участие украинские музыканты. Хочется порекомендовать вам действительно послушать этот релиз и посмотреть замечательный клип, который идеально попадает в настроение песни. Рубричка «Кенты Юрана». Артем Пивоваров и Миша Крупин выпустили альбом. По поводу этого уже в сети давно ведется стёб, потому что все ждали от Миши альбом уже лет 10, наверное. Но наконец-то вышел альбом, тоже сколько, 6 песен, правильно? 2 из которых ремикса. Ну, в общем, ваш покорный слуга поучаствовал в музыкальной составляющей этого действа, поэтому слушайте, котируйте, ставьте лайки, качайте с iTunes, покупайте музыку, платите деньги музыкантам, ходите на концерты. Перезагрузка артиста очередная. Просто у нас сплошные перезагрузки. «Матрица» — перезагрузка, «Лиза Васаби» — перезагрузка. С альбомом «Остро» в очередной раз Лиза решила удивить всех звучанием, стилем и мастерская, между прочим, выпускает этот альбом. То есть Ваня взялся за этот проект, но музыку там делает Евгений Кобзарук, которому я передаю категорический привет. И желаю успехов в творчестве и во всех возможных начинаниях. Пользуясь случаем, хочу передать привет моему кенту Леону, который выпустил совместный трек с Крэком.
под названием «Покоряя волны». Также вышел клип на эту песню. И я вам скажу, что клип невероятно крутой. Снималось это все в Северном море. Мы можем наблюдать за серферами, которые покоряют волны. И на фоне этого Леон с Крэком дают свой месседж. Пройдет из тропы через карабины. Я зависаю где-то над обрывом. Минутка трэша на нашем канале. В прошлый раз мы рекомендовали к просмотру клип группы «Целое», а в этот раз у нас в гостях замечательный артист под названием Дельта Артур и его клип «Фотоны». Смотрим. Ой, класс вообще, сразу классно. Локти, локти. Слушайте, ну это интереснее, чем все видео, которые я смотрел на этой неделе. Я предлагаю, короче, сделать Adobe Premiere или там Final Cut какое-то ограничение возрастное. Чтоб, если ты хочешь там, допустим, монтировать в Premiere, тебе нужно там справку от психиатра привезти. Ну, то есть, как-то прекратить весь этот беспредел, ребята. Ну, давайте спасем нашу психику, в конце концов. Это, ну... Не, ну о чем я могу говорить вообще, ребята? У него тупо в 100 раз больше просмотров, чем у нас. Что это значит? Мне кажется, нам надо менять монтажера. Честно говоря, вот от этого уже не избавишься, ребята. Вот фотоны на моей сетчатке, это меня будет преследовать, мне кажется, в ближайшую неделю точно. Я просто, пожалуйста, присылайте на почту амбара свои видео, пожалуйста. Потому что если вы не пришлете какой-нибудь следующий трэш, я просто не смогу от этого трэша отойти. Фотоны на моей сетчатке! Не подписывайтесь, не ставьте лайки, не пишите ничего в комментариях. Это никому не нужно. Мы просто делаем это, потому что мне нечем заняться, а Ростику тоже нечем заняться.